Так, решил заправиться. Сказали, вроде как 21 литр залили. А, вот, сейчас чек. Чек достанем. Так, на 945 рублей. 30.04. Так, по 44.60. 95. А, что-то он наболтал. 19 литров. Ну, 19 это нормально. И сейчас обнулим. Так, а проехал я там тогда 425. Так. И сейчас обнулим. У меня все скинулось, я не знаю, куда ехать. Показывай. Я не знаю. Ты помнишь, куда? У меня все скинулось, я фиг узнает. Где он тут, тварь? Короче, смотри, третий поворот, вот этот первый, там третий, а второй поворот на Мира. А, ну да, вот сейчас что-то. На Волгоградскую идем, мы по Волгоградской шагнем. У меня она тыкал-тыкал в перчах, она у меня скинулась. Вы кто такие, я вас не знаю. Идите. Ну фиг его знает, было налево. Да нету. Ведут меня налево, направо.
Так ее надо вкурить. Я включила девушку, я не хочу ничего делать. Привет. 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 Знакомьтесь, Ванька. Знакомый. Рома. Алексей. Ой. Я думал, у тебя на машине там что-то сломалось. Нет. У меня сломалась ручка. Сегодня дама, которая пришла за кроватью, я не знаю, у беременных, видимо, это сильно Видимо. Как она ее дергала? Причем, ладно бы, когда она заходила, она когда выходила, умудрилась ее сломать. Поэтому я... Ну, я... сломалась, она просто открутилась. Ну, вот попробую ее закрутить. Он едет, он видел. Ну, погода, блин. Тут дождь. Вчера дождь был, сегодня. Здесь же не катался. Новый район. А, понял. На баньку едем. Заправка, где стояли. Сколько жрет, сколько прет. Сколько жрет, сколько прет. Блять, охуя! Перчах не делается. Он зимний брал. Там нажимается нормально. Ну как по такой дороге плавненько. Прикольно.